камбэки. Е5. Д3. Стоп, не бей, не бей, не бей, не бей. Дай пешке пройти вправо в какой-то момент. Это треугольник. Ботвинника? Да. Треугольник пьяного ботвинника. Треугольник дебила. Надо вот так. Так? Конечно. На ферзь D3-ча. Так тоже неплохо. Гениальная жертва. Скрываем. Завлечение. Знаю, кого и куда, но завлекли. Пошли за пешкой? Да. Не, ну мы в принципе линию скрыли. Не дают. Тонко, тонко. Ты его сладей. Это уже не тонкий перевод ферзя. Ладья висел. Я так все делал. Я бы не переводил. Ну что, атаку? Конечно. Шах висит. Шах. Висит шах. Да камбэк это уже хорошо. Меня смущает позиция нашего короля. Тебя? По-моему, надежно. Расположен. Крепенько. Естественно, он не потеряет ферзя сейчас. Стрела дня очень удачно режет поле. Ну ладно, ладно. В принципе, неплохо. Так что, все что ли? Я не знаю. Нет, у него настолько хорошая позиция, что даже чистого ферзя сейчас отдаст. Все равно будет компенсация. Сильно. А почему у кого нашего рейтинга знак вопроса? Потому что сейчас думает, вы совсем дебилы. Ну и? Ну и все. Все, он решил. Вилка? Нет, он борется до конца. Кстати, конец неизвестно, чей это будет конец. Ну чего, сейчас будет две фигуры, пешка на c7. Надо что-то придумать, кстати. Ничего не придумывается. Отойду. Ну, за прямой. Смотри, есть тонкое отвлечение. Надо эту пешку как-то съесть, она будет нормальной. Она меня раздражает. Вначале партия, она неплохо выглядит. А, мы сейчас еще 3-0 успеем сделать, смотри-ка. Сейчас загнемся, после ладья Ш3. Нет, не загнемся. На мат напали и на пешку. А, это мат еще? Ну не мат, но... Ой, это заднял. Если возьмем пешку, то отдадим ладью. Почему отдадим? А, так, они в 3. Поэтому вот так. Итак. Конечно. Да, ну тут уже у белых мало материала. Почему он не пошел конь g6, а конь g3? Не знаю. Я думаю, что там объективно уже черный держит. Ну король d7, давай, давай, король d7. Во все тяжкие. Ну это мат. Там будет мат, поэтому надо играть так. Контратак. Слышишь, он борется. Что делать? Понимаешь, он не может взять, потому что будет связан. Мы же дважды связаны все. Ну он молодец, он бился. Да. Но мы подняли еще 33 пункта. И больше он играть не будет, я думаю. Давай.